Итак, здрасте. Вот такая вот интересная картина наблюдается из окна. Валит снег, внизу все снегом завалено. Такое ощущение, что сейчас где-то конец января, ну, или конец февраля. Ну, никак не 30 марта. В общем, весна что-то все запаздывает и запаздывает. Правда, гидромедцентр обещал, что все-таки будет что-то такое, потепление какое-то 1 апреля. Но там посмотрим. Да, репортаж вел Кларин Дмитрий.